Colloquial Russian. The complete course for beginners. Unit 1. Как вас зовут? In this unit you will learn how to identify yourself, your name, nationality, profession, and address. Ask simple questions. Describe things using my, your, and adjectives. Use the prepositional case. Диалог 1. В самолете. Peter Green, an English businessman, is on his way to Moscow to join a Russian-British computer firm. He has learned a little bit of Russian, and when he noticed a girl sitting next to him on the plane reading a Russian magazine, he seized the opportunity to try out his Russian on her. Это русский журнал? Да, русский. Интересный? Очень интересный. Вы туристка? Нет, я не туристка. Я студентка. Студентка в Москве? Я студентка МГУ. МГУ – это Московский университет. А вы турист? Нет, я не турист. Я бизнесмен. Английский бизнесмен? Это ваша профессия? Нет, я инженер. Английский инженер Питер Грин. Очень приятно. А как вас зовут? Меня зовут Марина Петрова. Ваша фамилия Петрова? Вы русская? Да, русская. Но я не типичная русская. Мой отец русский, а моя мать англичанка. А это не очень типично. А я типичный англичанин. Мой отец англичанин, и моя мать англичанка. Диалог 2. Вы господин Грин? A man meets Peter at the arrivals gate at Moscow Airport. Здравствуйте, вы господин Грин? Да, я Питер Грин. Доброе утро. Я ваш шофер Иванов Иван Иванович. Очень приятно. Ваш адрес в Москве, гостиница «Марс». Гостиница «Марс». А где гостиница «Марс»? Гостиница «Марс» в центре. Это Тверская улица, центральная улица в Москве. Там Кремль, Красная площадь. Очень хорошо. А вот и ваша машина. Пожалуйста. Спасибо. Словарь. А. Адрес. Английский. Англичанин. Англичанка. Аэропорт. Бизнесмен. В. Ваш. Ваша. Ваше. Вот. Вы. Где? Господин. Гостиница. Да. Журнал. И.
Инженер. Интересный. Как? Красная площадь. Кремль. Мать. Машина. МГУ. Мой, моя, мое. Московский университет. Не. Нет. Отец. Очень. Профессия. Русский. Русская. Самолет. Студент. Студентка. Там. Тверская улица. Типично. Типичный. Турист. Туристка. Фамилия. Хорошо. Центр. Центральный. Шофер. Это. Я. Как вас зовут? Меня зовут. Как ваша фамилия? Моя фамилия. Очень приятно. Здравствуйте. Доброе утро. Спасибо. Пожалуйста. When Russians give their names, they will often give their surname first. Peter's driver introduces himself as Иванов Иван Иванович. His surname is Иванов. His first name is Иван Иванович. Is a middle name based on his father's first name. Вопросы. Answer the following questions about yourself in Russian. Try to answer in complete sentences. Write your answers in the comments. Как вас зовут? Вы англичанин? Вы инженер? Вы студент? Вы студент в университете? Где ваш университет? Ваш отец англичанин? Ваша мать англичанка? To be continued. Subscribe for more. Нескучный русский.